Вирус это атакует со всех сторон. Мало того, что вирус атакует, да еще и привитое население все тоже болеет. Оказывается, ну, сезон такой пошел. И хочешь, не хочешь, вопрос возникает, а что делать, а как мне заболеть? Заболеть, вы заболеете, но вы должны встретить вирус в полной экипировке, с готовностью, чтобы ваши все иммунные силы были готовы отразить атаку вирусов. Для этого надо высыпаться, питаться правильно. В вашем рационе должны быть белки, жиры, и запомните, витамин С в натуральном виде. И черная смородина, и малина, и калина, и все ваши облепихи годятся для ваших морсов. Не ждите, пока заболеете. Начинайте сразу. Помните, что ваш рацион состоять должен, а обязательно включать ягоды. Конечно, и цинк надо, это все нутрициологи у нас знают. Помните, что для взрослых это ваши любимые и устрицы, и даже морепродукты любые. Но устрицы это чемпионы. Давайте еще подумаем, а что же мы можем предложить из гомеопатии? Это, кажется, гомеопатия об этом 200 лет, как позаботилась, более 200 лет. Инфлюенцин, оцилококцин, это препараты, которые уже продумали, как встретить любой штамм вируса гриппа. А еще есть в нашем резерве препараты, которые использовали даже при лечении испанки. В начале прошлого века, 1918 год, но вспомните, оказывается, гомеопатии 200 лет, и гильземин – это чемпион в лечении вирусных заболеваний, особенно гриппа.